ушло, осталась только память, но и ее покрыла пыль забот. Ведь человек все время чем-то занят, и жизнь его течет рекой вперед. Мне о вчера нет времени подумать, и это может даже хорошо, ведь стоит только пыль заботы сдунуть, и, Боже мой, что станется с душой? Ведь не забыты пройденные тропы, ни лица милых искренних друзей, их не зальют всемирные потоки и не засыплет пылью суховей. Иду, иду, и тот кусок, что сзади, уже длинней того, что впереди. Иногда не знаю, как мне сладить с той болью, что на дне души сидит. Мне говорят, что боли не должно быть, что больше, мол, для радости причин, что в мире больше доброты, чем злобы, и смерть не окончание, а почин. Я это знаю, но не тем болею, а тем, что жизнь уходит из-под ног. Я ж ничего исполнить не успею, что поручил мне милосердный Бог. И вот тогда, когда вчера уходит, а завтра может вовсе не прийти, душа своим делам итог подводит, и боль тогда со дна души встает. Я понимаю, что спасение даром, но я хочу с Иисусом жить вовек не так, как головня из-под пожара, а как спасенный Богом человек. Аминь.